смотрим. Что, ручка вперед? Стоп. О, мамочка. Идите. Вы мне наступили на шлепки, они отстегнулись. У вас все нормально там, не слетел клапочек? Нет, все нормально. Нормально? Да, хорошо. У-у-у! Полетели. Слушайте. Рука так вот. Да? Еще. Вот так. Чем камера дальше от нас туда, тем красивее. А что она снимает, нас или вот? Нас снимает, но оно широко снимает, вокруг не постоит. Как ваше самочувствие? Ну вот. Да, он давно еще. Я на горы, я хожу в горы. А, вот тогда идем. Вау! Лежит рядом. Да, я знаю. Тут намного проще. Но солнце тут тоже такое пекучее. Вон ребята. Да вижу. Альпийские луга, я была в Альпах. Это очень похоже. Это очень похоже.
да, там слишком нужно бумажек, да. Ну там виза нужна. А не в этом дело, там на каждый ботинок нужна бумажка. То есть ты летаешь, ну, если ты работаешь. На все. Все, что летит, все должно быть сертифицировано. И курточка, и перчаточка, и все. Некоторые вещи просто невозможно достать. Не возят туда. Потихонечку снижаться. Не укачало вас? Нет, нисколько. Это хорошо. Люблю, когда все довольны. Не, очень здорово, правда. Я альпинизмом давно занимаюсь, ходила на Пеклинину. А? Ходила на Пеклинину. Ага. Да-да. Понял. Ну да, у вас. Да. Это хороший опыт. Хороший опыт, да. Конечно. Ну вот хотим в мае поехать в Нанчи-Базар, в Гималай, и подняться до первого лагеря. Эвереста. Это еще интереснее опыт будет. Тогда уже будет. Надо очень готовиться. Конечно. Имеется в виду, что нужно немножко хотя бы подготовиться физически. Физически, да, но больше там же горы, это же не про спорт. Ну да. Горы, это же про дух. Согласен. А вот вам не страшно самому вот так? Представляете, не страшно самому? Нет. Правда? Это мой офис. Вообще я же здесь по 10 раз, ну что тут какой-то страх уже. Когда скажу, нужно будет ножки вверх поднять и держать. Хорошо. А если скажу пару шагов сделать, нужно будет пару шагов сделать. Хорошо. Хорошо? Да. Поднимаем ножки вверх сейчас и держим. Угу. О, ботинки у вас горные. Это приятно, спасибо. Нет, очень спокойно с вами. Вы не нервничаете. Не, ну сколько уже. Поздравления. Спасибо. Сейчас. Такие немножко. Ага. Вы, да, вы пока шли, вы мне наступили. Я просто не чувствую, они у меня большие. Я же, да, что, и вы бежите, наступаете. Да. Так что так извиняюсь это. Ну, ребят, все, спасибо пока. Большое вам. Пожалуйста. Хорошо. Так.